Здравствуйте, с вами Music Mag TV. Меня зовут Дмитрий, а это мой помощник сегодняшний по имени Space Monkey. Сегодня я расскажу вам об использовании, казалось бы, всем привычных музыкальных инструментов, таких как вот это цифровое фортепиано и звуковые модули синтезаторов в не совсем обычном ключе. Каждый из нас, наверное, привык, а кто-то еще и не успел даже привыкнуть к тому, что цифровое фортепиано – это инструмент, который покупают, как правило, для того, чтобы заниматься, играть скучные гаммы, играть Шопена. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Здесь сразу есть встроенная акустика. Сел, как говорится, и заиграл. Как будто бы в старые добрые времена, когда электричество еще и вовсе не существовало. Сегодня мы будем его использовать не совсем в обычном формате. Будем мы его использовать вот с таким вот звуковым модулем, который называется Waldorf Pulse 2. Наверное, вам тоже про него кое-что известно. А если неизвестно, я подскажу. Это звуковой модуль ремейк классического синтезатора от Waldorf под названием Waldorf Pulse. Аналоговый синтезатор. Очень популярен был в 90-х. Наверняка слышали его во множестве танцевальных треков. Здесь есть аналоговые осцилляторы, аналоговые фильтры. Самое главное, почему он называется Pulse? Здесь очень много возможностей пульсовой модуляции. Три осциллятора с разными формами волны, LFO, аналоговый фильтр, арпеджиатор встроенный, усилитель с несколькими типами драйва, панорамка, генератор шума и еще очень много всяких разных возможностей. И самое главное и самая приятная его особенность, здесь есть парафонический режим. Тот самый парафонический режим, который делает любой аналоговый монофонический синтезатор полифоническим, то есть на нем можно играть аккордами. Не совсем привычную вещь мы будем делать, а именно мы будем коммутировать их между собой и играть на них двух одновременно. Этот инструмент KVIES-6, о котором мы уже вам рассказывали, он будет выступать в качестве MIDI-клавиатуры, в качестве тон-генератора и одновременно еще и в качестве колонок, да, то есть мы будем слышать здесь его собственный звук и будем слышать звук синтезатора. Ну а синтезатор выступит, конечно же, в качестве синтезатора, в новом качестве он выступить просто не может. Сейчас я вам покажу для начала, как все это подключается. Нам понадобится, собственно говоря, блоки питания для обоих инструментов. Также нам понадобится MIDI-кабель. У нас он выглядит вот так. И нам понадобится коммутационный шнур для того, чтобы соединить эти два инструмента. Почти во всех профессиональных или более или менее профессиональных цифровых фортепиано есть аудиовход. Вы, наверное, даже не обращали на внимания или думали, зачем он вообще нужен. А вот именно для этого он нужен. На Кавае он выглядит в виде маленького стереоджека. Подключаем его сюда. С другой стороны у нас два монофонических джека больших. Вот таким образом это все коммутируется. Ну и соответственно для того, чтобы использовать его как MIDI-клавиатуру, мы выводим здесь MIDI и подключаем его к MIDI-IN Waldorf. Вот осталось запитать этот инструмент. Вот, следующее, что мы должны сделать. Включаем сначала этот инструмент, потому что если мы включим сперва цифровое фортепиано, мы услышим такой противный резкий хлопок звуковой, который может еще и повредить акустику. Поэтому сначала включаем Waldorf Pulse, видим вот такую красивую приветственную заставочку, видим разные огонечки, видим большой дисплей, который будет видно из другого угла комнаты даже. Ваша теща может подглядывать за вами, какие пэтчи вы используете в своей музыке и копировать ваши треки. Вот. Следующий инструмент, который мы включаем, это Кавай. Прекрасное цифровое фортепиано с отменной механикой. Недавно в нашем магазине. Можете прийти и ознакомиться. Что же мы получаем в итоге? Мы получаем в итоге настоящий пульт управления, эдакую домашнюю рабочую станцию. Домашнюю рабочую станцию. Это парадоксально звучит. Секрет мне поведал Space Monkey. Здесь у нас есть часть синтезатора, часть, которая основана на сэмплах и эмулирует акустические инструменты. У нас есть мониторы, у нас есть педаль для задержки звуков, у нас есть встроенный секвенсор, который имеется в этом инструменте. У нас есть даже CV-гейт выхода, если у вас есть какие-то аналоговые модульные системы, их можно тоже сюда подключить, да-да. У нас есть общие эффекты, которые находятся внутри этого инструмента, отдельные ручки громкости для синтеза, отдельная ручка громкости для тембров фортепиано, органов, ну и куча всяких разных других настроек, которые можно крутить и рулить в живом времени. Звучит это все примерно вот так вот. Thank you.
Это так увлекательно, что я практически забыл о том, что еще нужно же вам сказать, что не забывайте смотреть наш видеоканал. Вы прямо сейчас это делаете, не отрывайтесь. Еще Space Monkey мне напоминает о том, что это не просто видео. Вы еще эти инструменты можете увидеть в нашем магазине, так что налетайте, торопитесь, пока кто-то другой вас не опередит. Вальдорф Пульс 2 и Кавай ES6.